Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу постоянную рубрику соревнования Hot Wheels. И сегодня у нас пара белых машин. И первая машина называется Westphalion. Эта машинка выпускалась с 9 по 15 год. И эта конкретная модель 13 года. У него вот такая вот эффектная раскраска, белый корпус, и через всю машину идут языки пламени. Также стекло и колеса оранжевого, огненного цвета. Все это выглядит очень динамично. Двигатель у нас классный. Вот его кусочек видно на дне. Двигатель у этой машины страшно мощный. Там стоит 10-цилиндровый двигатель Line Soul Supercharge. И выдает он 1150 лошадиных сил, что позволяет ему разогнать машину до феноменальных 520 км в час. Страшно быстрая машина. Посмотрим, как она покажет себя на соревнованиях. А пока следующая белая машина. Следующая машинка называется Volture. Ее выпускали с 2000 по 2014 год. И она есть аж в 23 модификациях. Это модель 2010 года. У нее тоже 10-цилиндровый двигатель. И у этого двигателя также есть свое имя — пламенная птица. Этот двигатель выдает 990 лошадиных сил и разгоняет машину до 514 км в час. У этой модели классное прозрачное дно, с передних колес идут языки пламени. Машина очень низкого профиля. Сзади вот мы видим, выходят выхлопные трубы двигателя. В общем, вся машина — это колеса и сидящий перед двигателем водитель. Очень мощная машина и, судя по всему, очень легкая. Хорошее сочетание мощности на массу. Сегодня у нас была белая пара, и это первая пара апреля. Не забывайте смотреть нашу гонку в конце месяца, чтобы узнать, кто будет победителем. Надеемся, вам понравился наш обзор. Не забывайте подписываться, ставить лайк. А пока-пока!